Вдали от посторонних глаз, прикрытая вечно зеленым покрывалом глухой тайги, в самой его глубине находится место, которое по сей день хранит в себе скрытую опасность и угрозу. Добраться сюда по ухабистой и пыльной дороге само по себе уже большое испытание. Не только для автомобиля, но и для нервной системы, которая первые дни пребывания в тайге находится в постоянном напряжении. Причин тому много. Съедающая заживо мошка, назойливые комары и слепни, находящие малейшую уязвимость в одежде и без раздумий делающие прицельный укус, который даже у взрослого человека вызывает боль и дискомфорт. А еще незримое присутствие здесь хозяина тайги, то и дело напоминающего о себе самым неожиданным образом. В полутора часах езды от города Усть-Каменогорск располагается небольшое село Малоубинка. Отсюда начинается наше путешествие в глухие, малозаселенные места, жизнь в которых течет по своим правилам и законам, которые далеко не каждый сможет понять и принять. На самом деле все гораздо проще, чем кажется, ведь жизнь человека в таежных условиях среди густых дремучих лесов и своенравных рек направлена на выживание. А это значит лишь одно – с природой нужно считаться и жить в гармонии с тайгой и ее обитателями. Лишь в этом случае позволит она человеку на какое-то время стать своей частью и пользоваться своими дарами. Но не был бы человек человеком, если бы не пытался взять господство над этим миром, показывая свою силу и могущество. Вот только зачастую, после вмешательства в и без того шаткий мир, оставляет властелин этого мира после себя лишь горечь да разруху. Не обошел своим вниманием человек и эти места, хотя на первый взгляд может показаться, что все здесь находится в своем первозданном виде. Текут реки, извилистой лентой сопровождая путника на всем его пути, ведут свои бесконечные переговоры птицы в лесу. Но если присмотреться повнимательней, то можно увидеть сначала едва приметный, а затем режущий взгляд контраст, явно неестественного происхождения. На фоне сочных зеленых красок тайги ярко-рыжим цветом горит земля и камни, словно после мощного взрыва разбросанные по всей округе. А едкая, грязно-ржавая вода в реке напоминает жидкость, слитую из системы отопления старого дома. При виде такой неприродной аномалии отпадает всякое желание даже лишнюю минуту находиться рядом с этим местом. Всему виной в свое время наделавший много шума Снегирихинский рудник, а точнее решение человека, более 20 лет назад начавшего разработку юбилейно-снегирихинского месторождения. С трудом миновав сложный и говорящий сам за себя перевал «Перелом», останавливаюсь неподалеку от электрической подстанции. Несколькими годами ранее, зимой, это место стало моей финальной точкой на пути к Снегирихе. Глубокий снег не дал мне возможности побывать на закрытом руднике, поэтому, оставив свою цель до лучших времен, я принял решение возвращаться обратно. Будто бы сама природа и дух этих мест подталкивали меня на верный путь. Ведь под толщей снежного покрова высотой в несколько метров едва бы увидел я весь тот ужас, с которым предстояло мне встретиться сегодня. С опаской и настороженностью направляю автомобиль в сторону Снегирихи, макушка которой видна издалека. Все тот же контраст рыжих и зеленых красок, все то же неприятное ощущение и откуда-то внезапно появившееся чувство вины, которое хорошо описывает выражение «испанский стыд». Чувство смущения, вызванное не участием в неловком событии, а осознанием себя свидетелем, слушателем или зрителем неловкого положения, в котором оказался другой человек. Ведь если задуматься, для тайги и ее обитателей не имеет значения, кто я такой и с какими намерениями сюда пришел. Так же, как и для нас, например, слово «медведь» ассоциируется с определенным зверем, его повадками и поведением. Встретившись с косолапым хищником, мы не станем задумываться, кто перед нами. Добрый персонаж из мультфильма «Винни-Пух» или потенциальная опасность, представляющая угрозу для жизни.
Добравшись до первой площадки или первого уровня, как я назвал для себя срезы горной местности, внимательно осматриваюсь. Помимо техногенного воздействия, о человеке напоминает оставшийся здесь мусор, да, пожалуй, небольшая будка на взгорке. На снимках же из космоса, сделанных со спутника несколько лет назад, еще можно разглядеть сооружения и объекты, их расположение и примерные размеры. От одной мысли, что под ногами пустота, которая в любой момент времени может обрушиться, становится не по себе. Даже после закрытия рудника неравнодушные туристы и путешественники неоднократно фиксировали в этих местах обрушение горных пород. Поэтому находиться здесь, без преувеличения, большой риск для жизни. При этом о потенциальной опасности предупреждает лишь чудом уцелевшая табличка да потрепанная сигнальная лента, закрепленная на стволе выстоявшего под натиском человека дерева. После выработки юбилейно-снегирихинского месторождения и ухода человека из этих мест был разработан проект ликвидации месторождения. Проведена необходимая рекультивация отвалов шахты и земельных участков. Но это лишь на бумаге да в сводках официальных источников информации. На деле, даже спустя несколько лет, ситуация выглядит печально. А слово «рекультивация» вовсе неуместно в разрезе увиденного мной. Ведь за этим определением скрывается целый комплекс мероприятий по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых было нарушено в результате человеческой деятельности. Добираться до следующего уровня придется пешком. Дорогу перегородил глубокий ров, явно появившийся здесь недавно. Высота около 700 метров. По навигатору до следующего уровня идти еще прилично. Временем я располагаю, поэтому, закинув в рюкзачок все самое необходимое, отправляюсь в путь. С гор стекает мутная суспензия, которую очень сложно назвать горным ручейком. Вокруг стоит невыносимый запах, который доносится от земли и под действием солнечных лучей лишь усиливается. Когда солнце закрывают облака и на землю опускается тень, чувствуется запах хвои и свежей зелени. Дышится легко. Будто наблюдая за мной и сопровождая, тайга позволяет взглянуть на те шрамы, что оставил после себя человек. Аккуратно ступаю по израненной земле, стараясь не причинить лишней боли. Как бы это глупо и смешно ни звучало, но в эту минуту, сейчас, я чувствую слезы и боль, растерзанной стальными ковшами экскаваторов природы, которая долгие годы и с большим трудом старается залечить свои раны и очистить некогда кристально чистые ручьи, сегодня загрязненные большим содержанием цинка, меди и свинца. Именно за этим в начале 2000-х пришел сюда человек, долгое время не решавшийся приступать к разработке юбилейно-снегирихинского месторождения, открытого в далекие послевоенные годы, а решившись, вывернул землю наизнанку, в прямом смысле этого слова. И сегодня недра земли источают зловонный запах, а загрязненная техногенным воздействием вода в реках и ручьях, превышая все мыслимые и немыслимые концентрации вредных веществ, по законам природы направляется в реки, расположенные чуть ниже – Малая Карагужиха, Уба, Иртыш, Обь. Погруженный в свои мысли, достигаю следующей высотной отметки. Пронизывающий ветер заставляет закутаться поплотнее. Все мое пребывание здесь он словно подталкивает вперед, направляя и пытаясь показать как можно больше. Неуютно чувствуешь себя здесь. Какое-то странное состояние постоянно держит в напряжении, заставляя часто оглядываться по сторонам. Как-никак, а вокруг самая настоящая тайга, где жизнь течет по своим правилам и законам, которые далеко не каждый сможет понять и принять. За 15 лет эксплуатации рудника человек, помимо того, что выбрал практически все рудные запасы, коренным образом изменил ландшафт этих мест, уничтожив часть деревьев и кустарников. Теперь склон, созвучный названию рудника горы Снегириха, похож на горнолыжную трассу с одним лишь отличием – под ногами пустота, которая может обрушиться в любой момент.
Да неприятный запах, преследующий повсюду и отталкивающий от длительного нахождения здесь. До поездки сюда у меня возникала мысль остановиться с ночевкой неподалеку от Снегирихи и не спеша разведать ее окрестности. Но эта мысль тут же исчезла, едва вдохнул я зловонный аромат, витающий в воздухе. Порой начинает казаться, что в этих бесконечных лабиринтах из многочисленных ответвлений, спусков и подъемов можно с легкостью заблудиться. И по правде говоря, если бы не навигатор, то еще долго плутал бы я здесь, наматывая километры. Изрядно вымотавшись, направляюсь в сторону очередного среза горной местности, расположенного на высоте около 950 метров, у подножия самой высшей точки Снегирихи. Истерзанный и изрытый склон горы будто пытается что-то сказать, о чем-то предупредить. И эта тревога не напрасна. Не успев оклематься от старых ран, природа готовится принять новый удар от человека. Как выяснилось позднее, неподалеку от ныне заброшенного снегирихинского рудника планируется начать разработку месторождения «Анисимов ключ» с годовой производительностью 500 тысяч тонн руды в год и сроком отработки 10 лет. Уже получены все необходимые заключения и разрешения, проведены общественные слушания. Но даже беглое знакомство с отчетом о возможных воздействиях, выполненного к плану горных работ разработки запасов месторождения «Анисимов ключ», становится понятно, что соблюден лишь формальный подход. За многостраничным документом, наполненным сухими цифрами и расчетами, скрывается недостоверная информация. Например, в отчете сказано, что на испрашиваемой для нужд промышленников территории отсутствуют какие-либо виды животных, редких растений, а уровень воздействия на окружающую среду оценивается как низкий. Складывается впечатление, что все эти исследования проводились не в выездной лаборатории, действующей по принципу безотрывного производства от офисного кресла и чайника. По факту же получится повторение сценария со Снегирихинским рудником, когда после отработки месторождения природа уже не в силах восстановить свой первозданный вид. А обещанная на каждом углу рекультивация выпала на долю тракториста Васи, пару раз с опущенным ковшом, прокатившимся по склонам заброшенного месторождения. Гораздо проще заплатить штраф заработанных на добыче руды деньгах и заказать статью в средствах массовой информации, в которой пообещать, что в дальнейшем будут приняты меры по восстановлению экосистемы и учтены все ошибки, которые допустил человек. Сложно сегодня представить современный мир без тех благ цивилизации, которыми пользуемся все мы, и до производства которых идут те самые полезные ископаемые, которые человек так усердно добывает из недр земли. И как бы рьяно ни защищали мы природу, всегда найдутся пути, как обойти запреты и найти лазейки в законодательстве. Вопрос здесь не в том, чтобы сидеть на сундуке с сокровищами и не использовать их. Вопрос в нашей с вами культуре, воспитании и отношении к миру, в котором мы живем. Ведь достаточно всего-навсего соблюдать технологию и предписанные процедуры, а уходя, не просто выключить за собой свет, но убрать мусор и помочь природе восстановить былую красоту и силу, которую так нагло и бессовестно отнимают у нее человека.